здание, в котором мы сейчас две ночи живем. Много этажей. Вот здесь вот мы живем. В Гонконге. В первом этаже нашего здания есть все. Можно обменять валюту. Вот. Exchange Money. Папик меняет валюту 7801. Это лучше, чем в аэропорту. Можно купить водички, можно купить вина. Кстати, можно поесть. Можно купить бомжей. Вообще, это полная цивилизация. Можно покушать. Можно купить чемодан. Мы в прошлый раз здесь купили чемодан. Кстати, очень дешево. Аша. Можно отправиться в путешествие. Вон тоже обмен валюты. Вот наш лифт. А вот сейчас мы выйдем на улицу с оркестром. О, тут чехлы, телефоны продают. Папик тут идет, форсный такой. Папик форсный. Скажи, что ты форсный или как, бананы. В общем, у нас тут все хорошо. Вон мандаринчики. В общем, никуда далеко ходить не надо. Вон вода по 5, по 9, по 27. А вот там вот уже улица главная, на Танроуд. Вот это наш лифт. А вот наша девушка. А вот это лифт, который везет наш блок Б. А вот тут Б7, наш левый. Вот люди ждут лифта. А там камера, в которой показывает, что люди в лифте делают. Наш супер номер в Гонконге. Б8. Камал Делюкс. Хорошо, что нас встретили. Вот это у нас ресепшн. Нас здесь оформили. Вот здесь наша комната на сегодня. 501. Завтра сказали, поменяют нам на 502. Сейчас там живут ребята. Хорошо, хоть нас пустили. Вот здесь у нас видеонаблюдение. Вот это я. За нами следят. Большой друг за нами следит. А это наши апартаменты. Семейный номер. Зеркало. Фен есть, но розетки нет. Ну, как-то вот так вот. Ну, некуда впихнуть. Если только телевизор вытащить. Телевизор. Пульт есть, телевизор есть, когда-ли не работает. Удобство. Вот такая вот шикарная дверь. Здесь вот умывальник. Вот здесь вот душек. Ну, вот это вот унитаз. Течет. Ну, ладно, пускай течет. Не наша вода. Счетчик у нас не работает. Зеркало есть побриться. Так, как бы развернуться в этих суперапартаментах. Так, вот здесь у нас одна кровать. Там у нас кондиционер, кстати, даже работает. Вентилятор тоже работает. Чайник, он один на все комнаты. Общак, короче. Лампочка. Две пластмассовые чашечки. Еще одна кроватка. Вот. У нас здесь вот, дали нам еще два полотенца, там у нас есть сейф, ну, сейф нам не нужен, все свои мы носим с собой. Ну, у нас здесь такие вот прям потолок красивый, даже лепнину, наверное, пытались сделать. Да, хозяин у нас индус, как Камал. Есть Wi-Fi, причем очень хороший, устойчивый. Шкафа нет. Вешалка. Две кровати. Чудо-лампа. Это чудо-устройство, которое включается, включается свет, должна быть музыка. Окошечко. Из окошечка вид сомнительный. За решеточкой. На какие-то коммуникации. Другой дом.
технические сооружения, ну и, наверное, другой отельчик. Есть кондиционер, вентилятор. Вот кондиционер есть. Там еще вентилятор есть. Вот еще одна троечка. На удивление, белье чистое, полотенце чистое. Так, в принципе, там все в плиточке. Все не очень грязное. Все нормально. Телевизор не работает. Холодильник с сейфом. Стоят под кроватью. Под одной кроватью стоит сейф. Это удобство. Ну, это понятно, что здесь душек, который бьется прямо на унитаз. Это умывальник. Жить можно. Главное, дешево. А, электронный ключ. Канал D-Люкс. Вход N5 в метро станции Цзимчжайцу находится в 50 метрах за углом. Можно приехать на автобусе 21 из аэропорта. Вот остановка. Гонконг. Натан Роуд. Вот там вот аллея звезд и музей космоса. И порт. И порт. Чтобы... Вот здесь мы прожили 2 дня. Здесь дешевые гостиницы. Мы жили на 5-м этаже за 23 доллара. Ну, конечно, здесь очень колоритно. Если кто пугливый и не привык к асиатическим условиям, то сюда, конечно, соваться нечего. Чтобы найти свой блок, надо спрашивать у людей лифт, который поднимает туда. Вот там, слева, есть еще одно такое же здание, тоже с такими же апартаментами. И за углом та кафешка, в которой мы... Это главная улица. Местоположение очень хорошее. Дешево и сердито. Но очень колоритно. Очень.